Всем привет, с вами Андрей, и сегодня я хотел рассказать, откуда взялся советский персонаж, который неожиданно проявил такую популярность. Но вы же все знаете, как смотрели мультфильм «Остров сокровищ», и его зовут доктор Ливси. Эти западные пользователи, которые не знают русского и продолжают делать такую же советского персонажа. Но когда-то в ТикТоке появился эта походка, и с походки собрала много миллионов просмотров. Я где-то в прошлое видео, которое я приковывал на рисочку футпаса. Вот и сейчас я хотел сказать, сейчас будет футбас в моем ролике. Всем привет, ребята, с вами я, футбас. Надеюсь, вы меня узнали. Сегодняшний видос будет про доктора Ливси. Кто-нибудь знает, кто это? А я вам скажу. Смотрите ролик Андрея, он вам все объяснит. Доктор Ливси топ. Слово «рум» и слово «смерть» означает для вас одно и то же. Спасибо, продолжай. Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Щит! Мэм! Да, футбол, спасибо, что ты был с нами, вот. А вот еще по РЕН-ТВ рассказали, что там западный мем, наверное. Вот и перейдите по ссылке в описании и посмотрите сами. Всем короче, всем пока. Хорошо. Садитесь.